18 марта 2020 год, Харьков, метро закрыто, 5:37 по Киеву. Сейчас я уже катаюсь, Луну, Сатурн, Юпитер снимаю. За это время видел с Северной Салтовки до Киевской один трамвай. Закрыто метро до 3 апреля и 700 тысяч народу, которые катаются в метро, сегодня вывалят на поверхность. Что это будет, я слабо себе представляю. Транспортный коллапс. Совершенно точно. Сейчас я еще... Что, сняли Луну? Сняли метро, сняли курс доллара. Покрашены. 27 покупка, 29 продажа. Такой разброс говорит о том, что не уверены ребята, что доллар так дорого должен стоить. Так что покупать не торопимся. Российский рубль 35 копеек. 1 к 3 уже. Красота. Харьков, 18 марта 2020 год. Начало карантина. Впервые за историю Харькова, харьковского метрополитена, закрывают метро на 3 недели. Ну, до 3 апреля. Посмотрим, что это будет.